Всем привет! Сегодня у нас 17 августа 2020 года. И недавно я поставил ветрогенератор, который я делал одно время обзор на мачту. Значит, ну еще раз я напомню, что ветрогенератор весит где-то 11 килограмм. Вот. Диаметр мачты у меня составляет 6 сантиметров. Соединение с ветрогенератором идет фланцевое. Ну вот. На всякий случай я сделал на мачте ступеньки, чтобы можно было какие-то мелкие работы осуществить. Ну вот, поставил две пары растяжек, чтобы было поменьше вибрации. Ну, собственно, мне вот осталось совсем немножко подключить это дело к электричеству. Ну, я вот здесь где-нибудь коробку поставлю. У меня тут пару точек есть, куда поставить. Ну вот. Поэкспериментирую с контроллерами, а также с лопастями. В данный момент у меня стоят оригинальные лопасти. Такие, ну, они продавались вместе с ветрогенератором. Ну вот, ну и самое последнее, что я хочу сказать, что в принципе изготовление вот хорошей мачты, ее установка вместе с ветрогенератором, ну вот, на мой взгляд, может она вам примерно обойтись в два раза больше, чем стоимость самого ветрогенератора. Но считаю, лучше сразу делать хорошо, чем потом переделывать. Ну ладненько. На этом прощаюсь. Пока. Посмотрим, что получится.